крылатых фраз на яичную тему наш народ придумал немало. Яйца курицу не учат, яйца выеденного не стоит, носиться как курица с яйцом, резать курицу, несущую золотые яйца. Наверное, потому что уж в каждой крестьянской семье яиц хватало. Да и горожане от глазуней, болтуней и омлетов на завтрак никогда не отказывались, а хорошо знакомым и сочиняли поговорки. Скушай, доченька, яйцо диетическое, или, может, обратимся к врачу? Яйца курицу не учат. Так говорили в адрес самонадеянных юнцов, которым хватало наглости поучать пожилых и опытных. Кстати, во все времена молодежь давала советы старшим, а люди старшего поколения указывали советчикам их место. Сегодня этот фразеологизм довольно распространен, но уже не совсем актуален. Ведь так много областей и знаний, в которых молодые разбираются, гораздо лучше. Яйца выеденного не стоит. Да, когда речь идет о чем-то пустяковом, не имеющем никакого значения и не заслуживающим внимания, как раз и говорят, яйца выеденного не стоит. Почему? Да потому что вся ценность яйца в его содержимом. А выеденное яйцо, то есть пустая скорлупа, уже ничего не стоит и никому не нужна. Носиться как курица с яйцом. О, это вполне современная тема. Из серии «Я ж мать». Вспомните, как гиперзаботливые мамаши устраивают настоящий переполох по поводу и без, если их чадо обижают. И курица, прежде чем снести яйцо, начинает возбужденно бегать по двору, кудахтать. Подумаешь, яйцо снесла. Каждый день несется. То есть носиться, как курица с яйцом, это уделять слишком много внимания чему-либо или что-то сильно переоценивать. Резать курицу, несущую золотые яйца. Считается, что фраза появилась в русском языке благодаря болгарской народной сказке «Курица, несущая золотые яйца». О жадном крестьянине, которому мало было одного снесенного его курицы, и золотого яйца. И он ее наказал, совсем оставшись без прибыли. Итак, резать курицу, несущую золотые яйца, это уничтожать хороший источник доходов или отказаться от удачи, которая тебе неожиданно улыбнулась. Поговорка про то, что не стоит класть яйца в одну корзину, пришла к нам из английского языка и приписывается британским финансистам, не рекомендующим вкладывать все свои сбережения в один банк, валюту или актив. Смысл ее в том, что если положить все яйца в одну корзину, то велик риск, уронив ее, разбить их все. А если разложить по нескольким корзинам, тогда риск потерять их сразу сводится к минимуму. Вот так, обычное яйцо. А сколько смыслов?